Томске отметили День города, ему исполнилось 413 лет, однако праздник, похоже, остался незамеченным. Как и год назад, его провели в будний день, переносить торжество на выходные мэрия не хочет. Именно поэтому многие томичи не смогли принять участие в праздничных мероприятиях, а их, кстати, тоже не так много. Работающим горожанам предложили вечером бесплатно отведать узбекского плова, однако получить угощение смогли лишь те, кто сначала посмотрел концерт и выстоял огромную очередь. Единственным событием в центре города стала спортивно-развлекательная программа на площади Новособорной.